Ви мене чуєте? Чуємо. Так. Значить, Іванющенка, я повідомляю всій країні, був знятий з міжнародного розшуку за рішенням судді Чауса, судді, який перебуває на короткому гачку і на короткому повідку в Грановського. Це сталося в квітні минулого року. Вже в травні він був на фіналі Ліги Чемпіонів в Мілані і зараз живе в Монако зі своєю родиною на гроші, які вони вкрали з української держави. Це відбувається вже зараз, після Майдану, завдяки таким людям Грановського. Але сьогодні своїм неголосуванням за прокурорський закон не допомогли повернути ці кошти. Якщо ви сьогодні проголосували разом з своїми колегами, єврооптимістами, не хватило декілька голосів. Буквально один голос. Ми набрали в одному з голосувань 225. Гаразд. І це давало можливість повернути кошти і засудити Януковича і його компанію. Завтра у вас буде робочий день. Будь ласка, можете про це поговорити, щоб ми не гаяли час. Запитання від народного депутата Євгена Мураєва, відповідь від Сергія Лещенка і згадуємо решту подій цього дня. Павел, знаете, это, наверное, лучший эфир в моей жизни, мне даже ничего не пришлось говорить. Знаете, известная пословица, можно бесконечно смотреть огонь, воду и как ругаются члены провластной коалиции. Вот эти люди управляют страной, это члены президентской фракции. Смотрите, я сижу и улыбаюсь, но теперь на самом деле у меня, Сергей, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вы 3 года отчаянно боретесь с коррупцией и перед этим 5. А скажите, результаты вашей борьбы, кто присел? Кто задержан и какие деньги вернулись в Украину? Значит, отвечаю. Вы знаете, что я не работаю ни генеральным прокурором, ни главой НАБУ, ни судьей. Я работаю депутатом. И благодаря моей работе депутатом были созданы антикоррупционные органы. И благодаря моей работе депутатом были остановлены тендеры на миллиарды, как, например, по дноуглублению в порту Южный, которых собирались освоить барыги из Народного фронта. И благодаря моим обращениям открыты десятки уголовных производств. Но я не могу отвечать за всех в этой стране. Если прокурор у нас ходит на банков и получает там команды. Если антикоррупционный прокурор уже на крючке администрации президента. Если у нас силовой блок полностью в кулаке Порошенко для того, чтобы избрать его на второй срок. Я не могу за этих людей отвечать. Все, что я могу на своем месте, я делаю. И, конечно же, я надеюсь, вы не хуже меня знаете, что мои данные, они подтверждаются и документами, и решениями судов, и так далее. А что касается того, что у нас никто не сидит, то это вопрос к тем людям, которые страной руководят. За счет всех этих коррупционеров они набивают себе карманы. Вы знаете историю Злачевского. Человек был в международном розыске, его деньги были арестованы в Британии, в Украине были уголовные дела в Генеральной прокуратуре. На сегодняшний день Злачевский снят с розыска, дела в Украине закрыты. В Британии получили эти решения из Украины, тоже закрыли, сняли арест его 23 миллионов долларов, которые должны были быть репатриированы в Украину. Іванющенка, я вам приводив пример. Британські суди теж корумповані, Сергій. Ви вже до Британії дійшли, вже їх звинуватили в корупції. Уже при новій владі. Таких прикладів десятки. Гаразд, таких прикладів десятки. Є відповідні органи, які мають їх розглядати. Ми почули і Сергія Лещенка, і... Точка зрення определяється місцем сидіння. Тобто, поки були в опозиції, ганебне явище блокували трибуну, а зараз це вполне можливо. Трішечки вагітно, це так, десь. Ви розумієте, в чому справа? Точно так же, як ви голосували там за праздник воїнів АТО, точно так же проголосували антинародний бюджет, точно так же проголосували налоговий кодекс, точно так же будете голосувати по всім требованням Міжнародного валютного фонду і Європейського Союзу. Всі закони, які відбросили наших людей і понизили в качестві уровня жизни голосовались под этими 2 святыми идеями, которые были нужны провластной коалиции. Дело в том, что провластная коалиция под этими словами занимается узурпацией власти, банальным воровством из бюджета. И вот та коррупция, с которой Лещенко 3 года, я же неспроста спросил, а результат есть, а результата нет. Потому что все вновь созданные органы, да, которые борются у нас с коррупцией, не вернули ни одной копейки в бюджет. И они просто неэффективны. Они нужны для того, чтобы отвлекать наше внимание, так же, как сегодняшняя драка в парламенте. Когда не прошла драка, да, у нас там что-то загорелось. То есть, вот надо понимать, власть протягивает то, что ей нужно, отвлекая нас всяким информационным мусором. Журналист прекрасно борется, не достигает результата, но мы говорим о нем на всех каналах. Сегодня информационная лента... Либо, извините меня, Гончаренко, да, либо Лещенко. Хоча ми прийняли дуже багато хороших законів сьогодні. А від чого тоді відвертають увагу, якщо ви кажете?
Но на самом деле, смотрите, мы же не говорим, что на самом деле сказал МИД Германии, что сказал посол Германии, чем это обернется для Украины. А я вам скажу, это гораздо более важная деталь, чем вандал или Гончаренко, или это его была форма протеста. Друзья мои, они сказали, что Украина теперь один на один в минском формате. Перед этим сначала сказали французы о том, как мы будем выполнять Минские, а теперь не двухзначно, а однозначно сказали. Сначала выборы, потом контроль над границей. Выполняйте Минские в том порядке, в котором они выписаны. Вы привлекли, вы потеряли, отдали часть суверенитета. В нашей разборке с соседним государством вы втянули еще две европейские страны. И теперь они почему-то не стоят на стороне Украины. А они все исключительно работают, как вы говорите, на стороне агрессора. Поэтому вот эта тема топ. И поэтому Гончаренко со своим баллончиком. Вы верите, что этот сын полка мог разрисовать что-то, не согласовав? Реально, реально, его поступок сейчас очень больно может ударить по Украине. Потому что вопрос дипломатии, он совершенно по-другому решается. Мы потеряли поддержку Польши, мы потеряли поддержку Франции, Германии, очень многих стран. Ну, чого ми ще не втратили, тому що ну, наступного тижня будуть ви замітите, що два года. В нормандському форматі на рівні глав МЗС. Я вам скажу, в чому проигрыш і що важно. Два года Україна спорить, що первично. Освобождение границы, полный контроль границы, а потом выборы. Или так, как выписано в Минске. Вот вчера и позавчера совершенно четко мы получили информацию, как это видит Германия. И если мы не смогли решить свой вопрос с Россией напрямую и с ДНР и ЛНР и привлекли сторонних арбитров, то их мнение теперь решающее. Но также обычно зовут третьего для того, чтобы он рассудил. Так вот эти рефери теперь дают ту позицию, которую не принимает украинская власть. И значит, если они не будут действовать в этой канве, то, скорее всего, Украина понесет какие-то риски. Дай бог, если это будут персональные санкции по отношению к тем людям, которые в правительстве и в парламенте саботируют решение военного вопроса в Украине. А если эти санкции будут по отношению к государству? Я всегда говорю, что надо делить правителей и страну, потому что страна – это люди, а правители – менеджеры, которых мы нанимаем, и, к сожалению, каждый раз все хуже и неудачнее.